Финал студенческого турнира «Парламентские дебаты», прошедшего на юридическом факультете Казанского федерального, объединил самых инициативных будущих юристов КФУ. Главной целью турнира является повышение политической активности и гражданского воспитания молодежи. Стоит отметить, что участниками стали юристы-бакалавры, да и сама идея проведения турнира принадлежит студентке первого курса юридического факультета КФУ. Мы его проводим совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан. Сейчас главным поводом информационным и вообще в обществе являются выборы в Государственную Думу. Мы решили непосредственно просмотреть выборы нашей аудитории, а именно студентов. И тему, которую мы будем проигрываться, звучит так. Эта палата ведет обязательные выборы председателя студенческого самоуправления в один день. На проведение парламентских дебатов были приглашены гости из Центральной избирательной комиссии и представители не только Казанского университета, но и из других вузов. Ими отмечено, что парламентские дебаты – блестящий способ научиться выступать на публике и доказывать свою позицию. Я уверен, что в первую очередь, если ребята действительно досконально изучили тему проведения сегодняшних дебатов, они будут действительно готовы. Ну и, конечно же, это ораторское искусство, потому что очень важно быть еще харизматичным. Как мы знаем, то, что в дебатах это немаловажный аспект. И я уверен, то, что сегодня вот среди участников, если будет такая совокупность и подготовленности со стороны тематики и харизматичности, то действительно есть возможность победить. Студенческие доклады так или иначе затрагивали тему выборов, в том числе и единый день голосования в студенческом самоуправлении. Моя работа заключается в том, чтобы, конечно же, не дать законопроекту вступить в силу. И, конечно же, там есть много минусов, которые, в принципе, я выявил и собираюсь это предоставить правительству нашему. И думаю, что они имеют место быть. Вот. И думаю, что в конечном итоге мы выиграем. Несомненно, все участники получили большой опыт, а также багаж знаний в сфере политики и юриспруденции. И, вероятнее всего, турнир еще неоднократно будет проведен в стенах КФУ, где студенты вновь смогут помериться силами в этой увлекательной игре. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.